подойти к главному судейскому столику. Представитель медицины, подойти. Поприветствуем бойцов аплодисментами. Итак, справа от меня боец в синем углу, весовой категории 61 килограмм, рост 107 сантиметров, ему 22 года, представляет команду Узбекистан. Он является чемпионом Узбекистана по самбо. Профессиональный рекорд. 0 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Бойцовский клуб Окшер, тренер Хантураев Мурод. Встречаем. Рахматуллаев Азимго! И его соперник в красном углу, весовой категории 66 килограмм, рост 107 сантиметров, ему 19 лет. Он является мастером спорта по ММА, чемпион Кыргызстана по ММА и Ушу-Санда. Профессиональный рекорд 0 побед, 0 поражений, 0 ничьи. Тренер Балтаголов Алтынов Мирзахов Тынчтых, боевым псевдонимом Кабылан. Бойцовский клуб Улу Кыргыз, встречаем Каныбекулу Тынчтых! Бойцы на середину. Поприветствую, друг друга. Слушаю мою команду четко и ясно. Натылок, позвоночник, не пинаем и не бьем. Шорты и пикировку не трогаем. Сетку не хватаем. Помогаем, стоп, прекращаем действие. Понятно было? Удачи, поглоб. Судьи, первый раунд. Боец готов. Боец готов. Время. Первый раунд. На награждение приглашается Эшмурзаев Курманбек, почетный гость турнира. Бойцы на середину. А в этом бою в первом раунде за 1 минуту 52 секунды техническим нокаутом победу одержал Рахматуллаев! Поправочка Каныбекулу Тынчтых! Талиф Джон Мурсаидов, Сулейман Кул Юлдашев, подготовиться. Дэрдан Траус.